Фу, показалось. Нервы ни к черту. Понасмотрелась фильмов ужасов, и теперь ерунда всякая мерещится. Закроюсь, пожалуй, от этих ужастиков своими жалюзи с электроприводом. Кнопочку одну нажму, и все, я в безопасности. Это же маньяк! Вон у него глаза, как у настоящего маньяка. Чикатило 100%! Товарищ маньяк, вы совсем не по адресу. У вас глазеть получится только на жалюзи. Они работают по принципу простых их собратьев. Служат столько же, моются так же, имеют всевозможные цветовые решения. Но с одним нюансом. Управлять ламелями я могу автоматически. Автоматические шторы и электрокарнизы могут управляться локальным выключателем и пультом дистанционного управления и использоваться как законченные устройства, так и интегрированы быть в умный дом с возможностью автоматического их управления по временным интервалам и сценам. Умный дом – это система, при помощи которой все в квартире включается и выключается, открывается и закрывается благодаря программе и специальным датчикам. Вот как раз одним пунктиком могут быть жалюзи и шторы. Кстати, а почему бы мне не укрыться от странного мужчины автоматическими шторами? Уютненький вариант. Пожалуй, так и сделаю. Выкусил маньяк. Че это я маньяк? Ничего я не маньяк. Может, я по делу здесь? Что у меня за шторы здесь? Полосатые шторы. Чем она их закрывает? И вы тут вообще входите сюда? Через что вы ходите? Хочу шторы я, хочу, и жалюзи хочу, и туда. Попасть очень хочу туда, прям не дает мне покоя. Вот эта женщинка вот эта, и чудеса ее, которые она со шторками вытворят. Пойду постучу в дверь, вдруг пустит. Женщиночка. Кто там? Это ваш сосед, 6-го этажа. Что вам нужно? Вы меня, конечно, правильно поймите, да? У вас там шторы очень интересные. Что вы с ними делаете? Опустите посмотреть. Пожалуйста. Может быть, я правда ужастиков пересмотрела? Нормальный человек, нормальная просьба. Заходите, открыто, я пока чай поставлю. Может, вот так вот не узнает, как я в окна поглядывал. Пускай смотрит, мне не жалко. Я еще и посоветовать могу. Вертикальные жалюзи – самый универсальный вариант. Но это ведь не предел. Смотри, удивлю тебя новинкой. Плиссированные и сотовые жалюзи. Они играют освещением благодаря различным тканям. Ты не подумай, ухаживать за ними проще простого. Они отталкивают пыль, поэтому достаточно просто протирать их влажной тряпочкой раз в 3 месяца. Вот такие удобные жалюзи. Ну давайте чай пить будем. Давайте. С какого вы говорите этажа, сосед? 6-го этажа, понятно. Стоп, я живу в 5-этажке. Попалась! Дежурно по рубрике! Мама! Дядя, верните! Ну, пожалуйста!